Всем привет! С вами погнали! Let's play! Мы продолжаем проходить игру «Как достать соседа 2. Адские каникулы». Погнали! У нас финальный уровень называется «Без паники». Отпуск подходит к концу. Круизный теплоход приближается к дому. И вокруг царит тишина и покой. Только сосед слоняется по палубе и крутит и вертит все, что не приколочено намертво. Вот и докрутится, думает Вуди. Конечно, сейчас он у нас точно докрутится. И это у нас финальный уровень, как я уже сказал. Я надеюсь, что хоть в этом уровне у меня получится получить золотую статуэтку. Касса соседа 2, адские каникулы, все без паники. Надеюсь, что хоть здесь у меня получится получить золотую статуэточку. Ну, кстати, я еще, как было в случае с одним роликом, вот название, к сожалению, уровня не помню, я его не помню, но помню, что когда мне написал Игорь, мой подписчик, спасибо ему большое, когда он мне написал то, что, то есть, как вам пройти игру, начинающий уровень, тот, на золотую статуэточку, то я записал отдельный ролик и перепрошел этот уровень. И я решил, что так я сделаю со всеми уровнями, которые я не смогу пройти на золотую статуэточку. Я их перепройду, эти уровни. И этих уровней, их примерно 3 штуки, если я не ошибаюсь. Так что будет еще 3 ролика по адским каникулам. Это не последний ролик еще. Просто имейте в виду, дорогие друзья. Так, аккуратненько. Давайте собираем осколки стекла. Заряжаем сигнальный заряд. Исследуем ее сумочку. Давайте сейчас осмотрим кровейку двери. Цифровой код. Ну что ж. Ну а теперь-то я знаю, что можно сделать. Не работает. Надо сначала ковер застелить. Ну, давайте застелим. Проблем нету. Сосед сейчас предстоит увлекательная экскурсия. Да-да. По машинному отсеку теплохода. Сосед предстоит просто увлекательнейшая экскурсия. Ой, какие хорошие цветочки, Ротвейлер. Спасибо. Но мы тогда сделаем так, чтобы эти штучки были нехорошими. А как это сделать? Я догадываюсь. Ну теперь там у нас постреляет, то что мы-то заедили ему ствол. Так, сюда. Вижу врага, стреляю! О, нет! Ты что, гад, делаешь? Ты что, в родную маму стреляешь? Ты что, гад, делаешь? На тебе! Скотина такая! Да, наш Ротвейлер, конечно, облажался сейчас по-жесткому. В родную мамочку выстрелил. Значит, на шее птицы висит ключ. Надо как-то его снять. Сейчас я пройдусь. О, рыбка, сейчас я ее возьму. О, нет. Есть. Мне интересно, а чё ж он так вот сразу за этой рыбой туда не полез? Прям интересно. Он сейчас мог полезть за ней. Ладно, не суть. Давайте канат перережем. Режем. То, что соседушке наша экскурсия очень понравилась, я думаю, по машинному отделению теплохода. Так мы будем... Мы очень добрые люди. Мы сделаем ему еще одну экскурсию. Ха-ха-ха. Сейчас нашу соседушку будет ожидать
очередной пранк. Сейчас он у нас покушает рыбки. Не, смотрите-ка, ну ничего ему жизнь не учит. Тут вот реально соседа ничему жизнь не учит. Он опять полез со своим стволом. Ну, пистолет, точнее. Ну, а сейчас он у нас покушает рыбки. О, рыбка, сейчас я ее возьму. Нет! Тихо. Так сильно злился, что у него аж челюсть отвисла. Скорее. Бежим сюда. Сейчас нужно забрать рыбу. Не, мы уже не успеем. То, что я просто думал положить цветы сюда. Это рыбу, но мы не успеем, к сожалению. Нет. Блин, вот я тупанул. Как же я сейчас тупанул? Мы бы успели, блин. Я бы успел туда положить эту рыбу. Это я, блин, тупанул так жестко. Я бы успел. Давай. Вот это я тупанул. Ну и вот о чем я и говорил. Соседа ничему жизнь не учит. Что? Он один раз мамашу шмальнул с пистолета и все равно сейчас с ним играется. Ну что за тупорылый придурок, а, наш сосед? Это вот, я думаю, все, думаю, знают этот мимас. Я думаю, сказочный долбоёб. Зачем его только из больницы выпустили? Вот это про нашего соседа, походу. Походу, это реально про него, про нашего соседа. Так, давайте на шезлонг. Бежим быстренько на шезлонг. Все, сейчас тут полежим, почитаем газеточку. А тем временем наша соседушка пойдет дарить цветы Ольге очередные. Только в этот раз ей они, я думаю, не очень понравятся. Ольга, разреши ручить тебе эти цветочки. Ты что делаешь? Ты что, охренел, что ли? Что за цветы ты мне подсунул? Скорее, сюда. Пока нас мамаша не спалила. Скорее. Ух. Так, Ольга, иди в душ. Так, спасибо за заявку. Нам она очень понадобится. И сюда давайте сюда положим рыбу. Рыба, она же скользкая. Вложим сюда рыбу. И протираем грязное стекло тряпкой. Так, попугай. Обратно возвращаемся. Идем обратно. Давай, попугай. Дай нам крючок. Бедный попугай. Ну все, спасибо тебе огромное за крючок, попугайчик. Спасибо тебе огромное за крючок, за этот. Так, ребят, сейчас мы просто мы сейчас так не успеем. Сейчас нужно отрубить что-то пакости, потому что я так сейчас не успею. Так, быстро. Ха! Наша Сережка так хорошо сейчас попялился на Ольгу. Ха. Давай, на штурвал быстро. О нет, мы сейчас спалимся, это однозначно. О нет. Блин,
Надо было подождать пару секунд, блин. Не спалился бы. Надо было пару секунд подождать, блин. Ладно, теперь можно. Ну купить что-то по костях теперь можно. Давай. Ну теперь он у нас покатается на своем кораблике. Теперь это корабль соседа. Только штурвал заблокирован. Жалко только. Теперь он у нас покатается. Нет, нет, я оторвал штурвал, нет, нет, нет! Нет, только не штурвал! И вот что произошло сразу же после этого. О нет! Ты что делаешь такой? Мама, не ори на меня, у меня все под контролем, не ори на меня, мама! О нет! Уже не под контролем, уже нет! Хе. Вот так вот наша сёжка по рулю. Дали маленькому ребенку шанс порулить корабликом. Хе-хе-хе. Есть. Мы победили. И все. И я все-таки сделал то, что я хотел. Я получил золотую статочку. Хотя я думал, что я ее уже не получу, Но, к счастью, получил. Вот так вот. Вот такая вот хорошая игрушка была. Эх, ну. Вот такие вот дела у нас, ребята. Мы проучили соседа. Ну просто. Вот. Я вот просто вечно проходить на соседа, я, к сожалению, не смогу вечно ее проходить. Потому что я уже все остальные серии газа соседа. Ну, то есть все игры с этой серии я уже прошел. Но, ребята, также, еще у меня еще осталось две игры по этой серии, когда стоит соседа. И я вам скажу, что будут за игры такие. Я хочу вот выложить касты соседа консольную версию, хочу перепройти ее. И, возможно, это не точно. Я пройду, может быть, еще версию с телефона, мобильную версию. Но это не точно, я уже сказал. Ну, ладно, ребятки. Нам пора прощаться. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, поставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Банали Летсплей. Всем удачи и пока-пока.